Здрасте, дорогие друзья. Сейчас потихонечку начнем. 2 недели прошло. Я дизайнер открыл первый раз с этого момента. О, тяжелая неделя. Тяжелая до невозможности. Как у вас дела? Как у вас дела? Рассказывайте. Я, может, тоже что-то расскажу. На самом деле, я думаю, сегодня еще немножечко порисуем. Просто, если честно, забить эфирное время хоть чем-нибудь. А то я абсолютно не подготовился. Сейчас я пойду запущу Discord. Расскажу, как проходят курсы. На самом деле, сегодня, видимо, будет более разговорный стрим. Давайте. Мы начинаем. Дизайнер и рисовашки. И рисовашки. Дизайнер. Так. Это... Опять я на работе. Опять запись смотреть. Ну, извини. Я, к сожалению, раньше никак. Ну, вообще, типа, обычно раньше. Так, мы начинаем. Так, тут я все закрываю. Я просто понимаю, что... Ну, сейчас попытаемся сделать некоторую базу материала. Я пытаюсь некоторые сделать фишечки, которые я делал. Дизик будет дизик. Продолжение прошлого нашего извращения. Я его практически никак не поправил. Вот это мне, конечно, очень не нравится. Так, это я тут. Включаем, значит, заглушечка долой. Все, отлично, здрасте. Еще раз всем привет, это Лилуш, разработка игрового контента. И сегодня будем развлекаться в фотошопе и дизайнере. Сначала в дизайнере попытаемся все-таки, давайте я настрою... Пам-пам-пам, тесселяция, scale, tessellation factor. Да, значит, это... Нет! Глеб, а что ты меньше хочешь, дизайнер или фотошоп? Фотошоп или дизайнер? Так, а почему, кстати, такое ощущение, что АОшки нет? Или мне кажется, сейчас я покручу АОшку. Нет, АОшка есть, она просто очень слабенькая почему-то. Фотошоп больше не хотите или больше хотите? Ну вот, кстати, ну я порассказываю, как курс проходит. Меньше хочу это лас. Слушай, ну дизайнер классный, на самом деле. Вот если кому интересно, порассказываю свое впечатление от дизайнера, да? Дизайнер первое, это штука супер. Супер привязанная к практике, то есть без практики дизайнер начинает забываться, даже базовые штуки, ты что-то делаешь, ты это забываешь, но потом ты открываешь дизайнер и многие вещи ты снова начинаешь вспоминать, и это довольно прикольно, то что в дизайнере все это делается довольно легко, ты быстро можешь вспомнить, что ты делал. То есть, грубо говоря, если я бы вот пару вечеров, если я сейчас пару вечеров, помните, там делики были месяц, я начал делать реально очень сложные штуки, и это было очень круто. А вот, кстати, ты не совсем прав. Дизайнер на некоторой базе позволяет делать очень классные штуки очень легко. Например, я дизайнер использую для блендинга материалов, я делаю себе всякие бленды. У нас... Говоря то, что я не могу вывести на движке. У нас же библиотека материалов не такая. Я что-то завожу дизайну. И для этого я, например... Ну, короче, я в основном для блендов использую. То есть у меня основное это Hide Blend, там моссы всякие. И я это использую очень много. Я очень много работаю с стайлом, и дизайнер я использую довольно много на работе. Но я его использую, грубо говоря, совсем в паре кнопок. То есть у меня там написан ряд некоторых моих нот, который я использую. Ну, да, для этого тебе не нужно. Именно поэтому я его забываю. Поэтому на стриме я туплю, а не делаю легко. Да, то есть обычно
Я на работе делаю все очень быстро. И, ну, бывает, я засяду, сделаю какой-то материальчик. Но, да, это проблема. Кстати, надо сделать намотку чуть посильнее. Да. Значит, примерно на этом мы остановились в прошлый раз. Все, что я сейчас подправил, я единственное соотношение скейла изменил. Мне показалось, что доски у меня какие-то очень крупные. Мне сейчас... Ну, трим мне не очень понравилось в дизайнере пилить. Я пока как-то к этому себя не приучил. То есть, может быть, со временем мое мнение изменится по данному вопросу. Вечер добрый, вечер добрый. Короче, я сейчас покажу некоторые штучки, которые я люблю делать с цветом. Попытаемся чего-нибудь сегодня сделать. Быстренько сейчас поправим эту текстуру. Пока что тут у нас абсолютно... Ну, у нас очень странный roughness. Прям очень странный. Давайте пока что серый roughness сделаем. Вот. Это металлик нам не нужен. Height нужен. Короче, что сейчас меня смущает в этой текстуре? Я, кстати, так не скажу. Но первое, что меня смущает, что зазоры вот такие светлые. Это супер неправильно. Они должны быть темные. Более темные, по крайней мере. И нету влияния АОшки на альбедо. Я все-таки люблю это делать. Рафнес надо подбирать. Рафнес должен быть явно какой-то вот такой, видимо. Более. Давайте уберем влияние хайтмапы настолько сильное. Я, конечно, супер покрутил. Оно, конечно, должно быть какой-то такой вот. Немножко переназовано, и я, видимо, зря добавил вот этот вот slope blur. Да, он немножечко фигово работает. Он дает лишний. Когда у художников пенсия, не знаю, и мне до нее еще долго. Ну, это же от страны, наверное, начнем с того, что от страны зависит. Явно еще не скоро она. Да и не особо как-то хочется. Кстати, есть у меня одна идея, что мне хочется сделать. Я фиг знает, получится или нет. Давайте попробуем. Возьмем shape квадратный. Сделаем blur directional ему. Blur high quality. Нет, это не то. Я хочу directional blur. Да. В идеале бы, конечно, этой штуке я бы хотел сделать, чтобы оно как будто бы ощущение мазка было. Когда... Короче, не скоро. Так вот, ну ладно. Короче, было бы прикольно сделать ощущение мазка, то через тайл сэмплер. Типа какой-нибудь pattern input 64 на 64 scale. Марк, привет. Когда будет голосоваться за концепт для локации? А давайте, ну, обо всем этом поговорим. Короче, по локации голосования я пока что еще набираю количество концептов. Мне очень много чего понравилось из того, что вы накидали, да? Давайте отсмотрим. Если вы вдруг не в курсе, мы выбираем локацию, над которой я буду страдать после того, как мы доделаем кораблик. И вот тут вот у нас, во-первых, есть здесь. Мне очень понравился, например, там из Destiny. Вот, блин, я трындец не хочу делать фольяж, конечно, но с другой стороны, надо бы учиться фольяж. Скорее всего, как будет, я в один момент выберу... Мы можем, на самом деле, потихонечку, постепенно начать проводить локации, то есть провести победителя там по стимпанку, провести победителя по стайфаю, провести победителя по киберпанку. Мне очень... Ну вот, блин, вот это я бы вообще с удовольствием сделал. Несмотря на то, что она довольно шумная, вот эта штука, стиль очень прикольный, я бы с удовольствием... Что такое фольяж? Фольяж — это растительность всякая. Ну, тут нечего делать, к сожалению, это больше на атмосферку такая штука. Много кринжовых штук.
Короче, вот, можно было накидать... О, вот это тоже классное. Это, правда, под киберпанк. Можно было накидать мне идей. Ну, это пустота, я такой не очень люблю. Это концепт. Но это нет органики, а я бы хотел все-таки с органикой. Вот это прикольные штуки. Короче, крутых концептов, вагон и маленькая тележка. Поэтому в один момент я выберу три наиболее мне интересных по одной тематике. И... Да, да, согласен. И еще кроме этого у нас был контактик. Почему был, он все еще есть. Куда можно было скинуть... Давайте я покажу, да, то есть вот тоже накидали разных концептов, тут бомбические концепты на самом деле, многие из них такие немного уже заезженные, но много и очень классных, и понятное дело, что не все из этого будем брать, и вот тут вот Пурев, он очень крутой, там очень много классных, короче, если у вас есть идеи, что вы хотите, чтобы я сделал, закидывайте, вот у нас есть в Дискорде группа Концепт 2020 и... ВК, группа, там, пост закрепленный. Вы можете туда это все накидать, и там все будет прикольно. Ну, короче, в один момент я буду выбирать, что мы будем делать. Вот. Да, кстати, нам руку все-таки надо сделать поменьше. Это по вот этому выбору. Вот, это по этому моменту. По доскам, да, я сегодня говорю, я не надеюсь сделать что-либо приличное, честно. Поэтому мы в один момент пойдем в Photoshop, потому что я, блин, в Photoshop сделаю более приличное, чем что я сейчас сделаю вам, к сожалению. Что я хочу сделать? Сейчас вы увидите. Я хз, получится у меня то, что я хочу или нет. Ну, короче, и на работе ты очень часто решаешь определенные задачи, и они решаются довольно легко. Так, вот, мазок худо-бедно получился. И я хотел сделать вот этих мазков, типа, тьму-тьмущую. Случайно, да, то есть я хотел вот такую покусанную с древесина. А как вы выучили английский? Есть ли совет по обучению языка? Мы же успеем кораблик где-то до начала новой локации. Да, мы не начнем новую локацию, пока не сделаем кораблик. Потому что, кстати, вы не понимаете, говорю, к сожалению, очень много всего происходит. Я... Короче, старт курса это не все, что нужно было сделать. Я сейчас занимаюсь еще, соответственно, составлением всяких документов, по маркетингу, что просят от меня, это все занимает и так те крохи времени, а у меня еще идет обучение сейчас, да, могу попоказывать, меня каждую неделю там усердно разносят, но я вот делаю скетчи, это была обрисовочка, что вам показать, ну вот на самом деле все мои скетчи, которые я делал, вот еще я делал скетч тоже. И сейчас у меня еще на рисование уходит довольно много времени. Вот такие скетчи. И сегодня я... Нет, мы начнем. Короче, по английскому языку я расскажу, кстати, как делаются такие штуки, потому что, вот, например, такой скетч, он делается относительно легко, даже если у вас руки немножечко кривые. И для этого много ума не надо. То есть есть такой момент, конечно, как перспектива, на котором можно налажать. И в целом тут, ну, как бы, локация еще не очень интересная. Мы ее довольно классно обрисовали. Я думаю, кстати, у меня сейчас одно из домашних заданий, что мы должны брать концепт, который у нас есть, и его, грубо говоря, доразвивать. И вот тут главная проблема, например, у этого скетча, ну, во-первых, тут вот эта часть не очень хорошо решена, и вот эта часть, видите, она супер плоская, лучше, если бы она была в перспективе, но потому что я криворучка, я стараюсь
Ну, короче, стараюсь в перспективе не рисовать, потому что я косячу в перспективе. Во время рисовки мне нужны 3D-волонки, потому что у меня рука не поставлена. И ты перспективу всю искажаешь очень легко. Но вот такой концепт, он делается относительно легко. Хотя, видите, он кажется даже каким-то таким аккуратным. Это я все покажу, как делать. Это все можно сделать довольно легко. Так, сейчас я хотел попытаться в фактуру дерева загнать... вот эти вот штуки. Немножко rotation random совсем чуть-чуть. Я, наверное, хочу, чтобы у меня были эти. Насчет английского языка. В школе хорошо поставили. Занимался и так далее. А потом просто очень много смотрел. Татьяна, доброго вечера. Ну, короче, лучше всего погружать себя в язык, если хочется выучить язык. Это самый эффективный способ в английском языке, уж точно. Так, я хочу directional warp. Это вот сюда. Intensity, нам нужны вот эти вот штуки. Только не вот эти, а... например, вот эти. Так, и предположим вот так. И вот мы получили какой-то шум на деревяшках. Я фиг знает, что из этого получится. Наверное, я хочу их сделать побольше, потому что я хочу, чтобы прям типа все было в этих. Давайте вот так. Да, типа такой штуки я, наверное, хочу. Эту фактуру мы комбим с фактурой, которая у нас есть. Наверное, комбить мы будем, ну, наверное, до эджей всяких деформов. То есть где-то вот здесь. И subtract. Шумновато. Multiply совсем слабенько. Ну, не уверен, что это была хорошая мысль, но попытался. Блин, может быть, все-таки дарк какой-нибудь. Блин, из-за того, что у меня градиент, надо отключить, надо без градиента, потому что я иначе цвет не пойму, что у меня выходит. Ну, кстати, фактура выходит прикольная, она немножко шумноватая. Часто ли используют фотограмметрию в создании окружения? Приходилось ли тебе с ней работать на каких-то проектах, если не секрет? Так, сначала отвечу Кирилл, потом Татьяне. Пам-пам. Значит, с фотограмметрией работал мало, я ее не делал, но, как я понимаю, нам приходил что-то с аутсорса. И... используют, да, используют, много, нет, немного, потому что это все равно надо адаптировать. Конечно, самое хорошее использование фотограмметрии это, наверное, фольяжи и всякие такие штуки, либо какие-то экспериментальные вещи в духе, там, не знаю, отсканировать еду. То есть обычно Кирилл, привет, Сир Лэнс, тоже привет, все, вообще всем привет, рад видеть вас сегодня этим замечательным вечерним. Вторник, вечер, рад всех видеть. Так вот, короче, фотограмметрия используется для фольяжа и камней часто, но часто используют какую-то готовую, а вот самому делать это используют реже, это под какие-то вот сеттинги и так далее. То есть это все, конечно, идет от ситуации, и там надо понимать, нужно оно, не нужно и так далее. Так, Батон из Сталкера 2. Да, либо такого. Татьяна Щербакова. Можешь рассказать про свое менторство? Сколько это стоит? Какой там план, пайплайн и так далее? Ох, я не помню, какую сумму я назвал тогда на прошлом стриме. 200 евро, по-моему, да? Поправьте меня, короче. В предновогоднем стриме я это озвучивал и рассказывал. Значит, что представляет из себя менторство? Это за месяц, в который ходит 4 занятия. Занятия около часа. То есть вообще я регулирую от 45 минут до час 15. Иногда я стараюсь, чтобы оно было не меньше, а больше это, чтобы никого из нас не задерживать. Соответственно, мы
выбираем какой-то концепт локации и начинаем работать с вами по локации. Делаем. Я даю фидбэки, объясняю какие-то вещи. То есть созвон один на один, и мы там разбираем вещи. Какие-то короткие вопросы. Чего я говорил-то? Я говорил про то, что мы начинаем разбирать локацию, выбираем концепт, начинаем по ней работать по стандартным этапам и до самого конца. Я, соответственно, даю правки. Если какие-то темы или пайплайны непонятны, я, соответственно, их объясняю и показываю во время того, как мы объясняем. А насчет Щербакова, я просто, ну, знакомая фамилия. Я все-таки из России. Я сталкивался с такой фамилией. Так, значит, я, во-первых, хочу из вот этого ужасного градиента вычистить кучу грязи, потому что сейчас у нас вот эта альбетка супер стрёмная и страшная, так что вот как оно примерно проходит. Я могу скинуть пример в личку, написать мне тогда нужно на ВКонтакте или в Дискорде. Ой, слушайте, насчет итальянцев, я все больше убежден. Итальянцы, конечно, это отдельно. Вообще, очень забавно, как менталитет, он... Так, ну сначала отвечу, напомню насчет менталитета. От Сирлэнс, почему ArtStation уже больше полугода не устраивает обычный конкурс? Я думаю, потому что, во-первых, довольно было много негатива на тему решений судей. Плюс это, видите, было довольно добровольно. И начали участвовать одни и те же люди, одни и те же судьи, и это уже теряется интерес, да? То есть это любой конкурс, это какое-то коммерческое мероприятие. То есть там... там, заинтересовать художников, заинтересовать людей в площадке. А сейчас, короче, это становится менее актуально. Может быть, они зажрались и более заинтересованы в каких-то других вещах проводить. То есть конкурс же это дополнительная организация. Зачем тебе этим заниматься, если ты от этого прибыли никакой не получаешь? Вы помните, что этот Тео, он вообще сидит, мебель пилит. В свободное время. Так вот, насчет менталитета итальянцев и так далее. То есть, все-таки вот такая вещь, как предрассудки, она не на пустом месте взята. И, например, там те же итальянцы, это супер... Во-первых, это практически всегда супер общительные ребята. Во-вторых, это люди... Ну, короче, они больше любят там сальные шуточки, у них это встречается чаще, чем у других. То есть, очень забавно, что... Ну и там тема, на тему русских тоже, там, ну, я молчу про русский акцент, это, конечно, вообще просто шедевр, который невозможно повторить, но некоторые вещи, они тоже прослеживаются, например, там, наше отношение к работе, оно очень специфичное в том плане, что мне говорят... Мне на работе сказали, что когда, например, там итальянец говорит, что все плохо, это не значит, что все плохо, просто они суперэмоциональны, и они выражают эмоции, что вот, все плохо, поэтому он говорит, ну, короче, на самом деле, все может быть ок, он просто, ну, типа, даже не паникует, я не знаю, это вот просто часть, короче... Да, они постоянно разговаривают в шуте, да, вот у них такое есть, и самый критичный случай, это, короче, американцы. Их невозможно остановить. Так вот, насчет итальянцев говорю. Но, если, например, я говорю, что, типа, все плохо, и все такие сразу, типа, реально, у нас все плохо. Ну, то есть... Если в иностранной компании кто-то из СНГ начинает говорить, что у проекта проблемы, все такие, блин, у нас реально проблемы. Ну, то есть... It's everything is bad on our project, comrade. Вот, не хватает только вот таким голосом это говорить. Ну и шутки про акцент. Из-за того, что все равно продолжаю еще говорить на русском... Акцент он до конца не уходит, то есть если я говорю там часа 3 на английском, все, акцент, грубо говоря, у меня уже, ну, уходит, меньше становится, но если нет, вот как на стриме сейчас, да, я все равно могу поугарать сам над собой на тему акцента. Так, чего-то я тут какие-то ползунки двигаю, зачем я это делаю? Короче, я пытаюсь сейчас сделать более аккуратный градиент,
потому что я, видимо, его хватал с какой-то фотки, и получился какой-то трэш и ад. И я его сейчас подчищаю на приятный тон. Плюс мы сейчас... Да, ну слушай, меня еще пока что, слава богам, не допускали на портфолио ревью. Вот я, когда меня допустят на портфолио ревью к людям, вот я чувствую, закончится сладкая эпоха чья-то. У нас пока что портфолио ревью занимаются в основном сеньоры, либо в чью команду идет человек, поскольку мы сейчас не расширяли. Я пока что на портфолио ревью не участвую. Блин, прикольно, кстати. Скорее всего, нам вот этот тон не зайдет, но мне нравится, как он выглядит. Так что предрассудки предрассудками, но не все в предрассудках, короче, неправда. Это довольно забавно. То есть некоторые национальные... Я это называю культурным кодом. Мне очень нравится. Я не помню, где слышал это выражение. Мне оно очень понравилось. Вот я это называю именно так. Ох. Я новичок в окружении, что лучше сделать, чтобы забраться в стримовом тайном модуле, домик или какой-нибудь коридорчик? Я бы начал с домика, потому что в домике ты можешь делать больше уникальных штук и не сразу кидаться с места в карьер. Да, лучше просто отточи пайплайн хотя бы на одном вещи. Для того, чтобы начать что-то делать, надо мозги немножко перестроить. Потому что когда полезешь в движок, у тебя будет еще куча других вещей, на которые ты будешь отвлекаться, и будет сложнее. Я топлю все-таки, ну то есть я топлю за примерно вот такое начало, что ты сначала делаешь предметик, какой-то большой такой сложный, но на нем ты оттачиваешь свои скиллы. Так, немножечко я перебрал, я пытаюсь понять, наверное, вот с этим оттенком нет. Так, вот этот вот оранжевый нам надо подвести куда-то. Немножко я потерял вариативность в своем градиенте. Да, чего делать свою комнату? Ну, вот, кстати, насчет своей комнаты не уверен. То есть то, что вы ее сделаете, вам особо ничего не даст. Давайте посмотрим, как оно будет смотреться сейчас на... Кстати, по фактуре довольно прикольно, но мне кажется, я немножко переусердствовал с оттенками. Да, и оно начало рябить. Начало немножечко рябить. Надо подумать, как это все свести. Во-первых, я бы, наверное, в градиент заводил какую-то картинку не хайтмапную. То есть я бы ее как-нибудь, наверное... В рейндж загонял какой-нибудь, потому что нам не нужен прям весь рейндж, наверное, более светлый. Тогда у нас не будет такого разброса. Потому что... Да, вот насчет diversity, вот это все, это реально прикольно. Ну, то есть, все-таки некоторая национальная особенность, ну, она, это прикольно. То есть, не знаю, вот это одно из самых интересных в интернациональной разработке, что все-таки больше как-то вот таких моментов прикольно. Это мне очень нравится. Так, roughness мы хотели сделать вот какой-то такой. Текстура стала очень плоской. Давайте range побольше. Хочется сделать, что оно... Давайте, наверное, все-таки более roughness-овый. Почему roughness-овый? Как будто бы оно лакированное.
Ну, какое-то такое. Но мне очень не нравится фактура, которая есть на этом рафносе. Я бы ее блюрил. Потому что в рафносе нам эта фактура не нужна от слова совсем. Надо подумать, что тогда заводить в рафнос. Наверное, в рафнос заводить. Это для пиратского кораблика, да. Но не для хородронского кораблика. Я бы, наверное, кстати, вообще бы взял именно юниформ и, наверное, создал бы отдельный рафнос. Потому что вот это чего-то не работает от слова совсем. Потому что тут очень много фактуры в этой хайтмапе, и на рафносе этой фактуре быть особо не должно. Вот мы можем скорее вот какую-нибудь такую штуку завести. Давайте возьмем blend. Потому что фактура на рафносе не отражается. Фактура это фактура, рафнос это рафнос. Поэтому всю фактуру проносить в рафнос это не есть хорошо. Давайте, например, в мультиплее. Мне не нравится, что у нас вот эта штука получается супер глянцевой. Значит, нам надо взять АОшку. Надо взять АОшку. Инвертнуть ее. Но нам нужен, кстати, даже не АОшка, нам нужна именно щель наша. Давайте возьмем histogram range. Заведем это до levels вот сюда. Только скан, не range, а скан нам нужен. Histogram скан. О, надо будет, докончу курс по фотошопу, придется снова вернуться к дизайнеру. Еще побахать всяких штук, потому что, ну, грубо говоря, базовый функционал ты выучил, но ты понимаешь, что тебе все равно куча вещей все еще не хватает. Ну, вот это мы зазорчики возьмем. Ну, пусть будет эта точка, ничего страшного. Инвертнуть. Знаешь, какие-нибудь студии, где есть фриланс? Ну, обычно они сами все связываются, да, но... Fox 3D, 5518, Roommate. Это из того, что в голову пришло. Это те, кто регулярно выдают фрилансы. Saber тоже берет на фриланс, на проекты какие-то. Это из того, что вспомнил. Но есть еще куча всяких. Есть еще в Беларуси есть те, кто берут на фриланс. Именно онлайновый. Это из того, что вспомнил. Вот, вот это мне нравится чуть-чуть больше. Да, конечно, не так сильно, но вот это уже больше похоже на правду. И вот теперь вот с этим рафносом, да, который несет не так... Сейчас давайте попробуем. Я хочу заблюрено вообще. Не, заблюрено что-то мне не нравится. Я, наверное, вот такой рафнос составлю. И давайте посмотрим, что будет лучше работать, вот этот вариант или вот этот вариант? Это когда у нас только такая фактура, это полная фактура. Из-за того, что рафность, ну, наверное, все-таки я возьму с фактурой. Но мне, конечно, это не очень нравится. Может быть, range сделать еще ниже. Типа, чтобы совсем съесть детали. О, бабушка проект долгострой. Как они придумают, что для текстуринга нужно две почему за все в одну? Потому что это абсолютно две разные программы. Кстати, я сейчас уберу, видно только. Короче, дизайнер и Painter, они абсолютно разные. И, например, как NV... Ну, для одних вещей тебе нужно одно, для других вещей тебе нужно другое. То есть я, например, в Painter провожу времени больше, чем в дизайнере. Не очень мне нравится Roughness, если что. Да, не буду говорить. Но тем не менее.
И мне очень не нравится вот эта вот моя пупырчатость. А если, например, фриланс, как фултайме, сколько... Нет, не все равно, зависит от проекта и от того, какие у тебя, на какие условия ты договоришься, но не все равно. Это я точно могу сказать. То есть это была одна из проблем, почему я, когда сидел в Питере, не мог найти фриланс. Точнее, я мог найти, мне очень много кто написал на тему фриланса, пока я сидел в Питере без работы. Но все просили меня на определенное время и на определенное количество часов. И если количество часов я обеспечить мог, то обеспечить определенное количество часов в месяц я гарантировать не мог, потому что я мог подорваться в любой момент. А у меня все фрилансы были на несколько месяцев минимум. И поэтому у меня, собственно, произошла та ситуация с фрилансом, которая произошла. Так, вот мы нашли нашего проблемного чувака. Надо подобрать градиент, который не будет у нас слишком выбиваться. Поэтому я беру, видимо, специально, чтобы он максимально выбивался. Давайте десатурнем. Ну, вот это уже поприкольнее, особенно с блюром. Да, оно уже выглядит интереснее. Чего я хочу сделать-то? Первое, я хочу прогнать это через пастеризацию. Для этого тут вот есть такая штука, Quintiles Color. И вот тут можно установить, какое количество каналов должно быть скушено. Типа, и вот мы вогнали это в 12 оттенков там. Ну или давайте в 16. То есть это, помните, то, что я в фотошопе делал? Это, конечно, работает не совсем так же, как в фотошопе. Но, тем не менее, можно вот съедать лишнюю детализацию. У нас сейчас ее и так немного, но мы можем же ее сделать. Потому что у нас в целом-то это все позволяет. И сделать градиент более богатым мы можем довольно легко сейчас. И чтобы потом это свести к какому-то общему знаменателю, мы воспользуемся этим квинталайзом. И вот многие свои материалы, которые я делал именно вот так. Да, то есть для какой-то... Мне очень дробность не нравится сейчас у своего материала, что у меня как-то получилось, что оранжевый тон он сильно отличается от моего коричневого. Я сейчас хочу немножечко подсвести. Ну, хотя бы так. И вот это уменьшает количество оттенков, да, и тем самым вот достигается вот этот эффект, то, что я называю эффект Dishonored, да. Видите. Мне очень не нравится шумность моей нормалки. Нормалка безумно получилась шумной. Наверное, вот эти вот свои штуки, конечно, с идея-то прикольная, как говорится, но реализация страдает, поэтому мы их подуменьшим, да, уже стало лучше. И, наверное, даже вот эту фактуру дерева я тоже сделаю чуть слабее, и это не нужно так сильно. Стало немножко скучновато, но с другой стороны... Рафнос тоже меня все-таки смущает. Но с рафносом мы хоть как-то побороться сможем. Во-первых, не хватает, чтобы был разный рафнос. Ой, слушайте, не, ноды нормальные, я с вами на стриме. Я не настолько часто это все делаю, чтобы это нормально все сделать. Как когда-нибудь, может быть, я смогу. Я вот еще не... Блин, не, давайте пока оставим так. Я хотел, может, сделать еще их тоньше. Во-первых, я хочу немножечко разбить roughness, да, обычным гранжем каким-нибудь. Давайте посмотрим, какой у нас прикольный гранж для этого. У нас для этого подойдет какой-нибудь... Хотя, пусть будет. Ну,
Нормальная ситуация, что студия молчит больше 2 недель и может вообще не ответить на тему вакансии или на тему работы. Если на тему работы, то в смысле, если ты с ними партнеришься и тебе не отвечают, то нет. Если на тему вакансии или возможности сотрудничества, то да. Такое нормально. Но это не нормально, но такое происходит. И да, ситуация, что они не ответят, тоже может произойти. В этой жизни бывает все, к сожалению. Так, ну и вот эта штука. Вон. Слушайте, Ubisoft это вообще редкостные в этом плане мразоты. Извините, если кто-то слушает из Ubisoft, но отношение у них довольно скотское. Они... Ну, короче, суть в том, что в Ubisoft довольно сильная текучка, и это приводит к некоторым очень нелепым ситуациям. Мне интересно попробовать одну штуку. Вот такую. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, во-первых, я хочу Directional Warp, вот этот вот. Копируем его, потому что он с правильной настройкой. И заводим сюда наш. Только не сюда. А вот сюда. И получаем. И, наверное, давайте вот трансформируем на 90, чтобы это было по направлению. И получили вот такую штуку. И, может быть, давайте сделаем его как tiles, make a tile path. Парочку штук, вот так вот. Size variation, disorder. Без искажения направления. Да, без. Количество октав. Очень люблю эту ноду. Вот мы make a tile path grayscale. С ней куча вариантов крутых можно сделать. Вот, кстати, из ситуаций, что может быть очень полезное, для чего нужно знать. The invisible release your tutorial on Gumroad first. The invisible warrior, my tutorial have been released on Russian language already. Во, и мы получим вот такую прикольную штуку. Так, что хотел... А, короче, насчет для чего нужен дизайнер и что очень-очень круто... То есть почему нужно знать хотя бы в базе? Смотрите. Сегодня мне нужно было сделать некоторый паттерн, который нужно было повторить просто для работы с текстурой. Вот, например, там следы ног. Следы ног текстура, да. И делать, то есть скачать ее не получится, да, ее надо делать. Рисовать в Painter довольно уныло. Но можно что сделать? Например, с помощью дизайнера можно взять один отпечаток обуви или там парочку отпечатков обуви и сделать тайловую маску, которую можно использовать. И казалось бы, да, то есть а так бы я полез ее рисовать, использовать. А так ты, короче, просто берешь дизайнер, втыкаешь вот в тайл сэмплер и получаешь обалденную текстуру для тайловых текстур. И вот для таких вещей дизайнер просто бесконечно ценный. То есть просто в нем, если уметь думать, в дизайнере можно делать очень огромное количество крутых штук, даже при этом быть будучи проходником в дизайнере. Будут... будут ли еще стримы Game Dev, анализ игр? Будут, когда у нас... Напоминаю, что в группе у нас висит пока что в тестовом режиме вот такая штука. Та-дам! Расписание. И 3 марта у нас с вами будет фидбэк-стрим. Сегодня у нас 11, извините, 4 слилось. 18 у нас будет. 25 я уезжаю, стрима не будет. Потом пора фидбэк-стрим. А вот тут вот free idea. Но если мы с вами вобьем... Вот такую вещь, как... Да ешки-матышки. Doom Eternal Release Date. My
20 марта, смотрите, Free IDEA 31 марта и релиз Дума 20 марта. Пам-пам-пам, намек понятен? Я согласен, что делать супер жесткие материалы можно, грубо говоря, не уметь как супер. Ну, то есть, желательно уметь в какой-то степени просто работать. Ну, то есть, я вот, например, тоже не претендую на материал артиста, но круто, когда ты можешь какой-то материал хотя бы драфтовый сделать для себя сам. Подарите стримеру Doom. Да, я куплю. Мне не сложно. Хорошая игра того заслуживает. Так, и давайте вот теперь вот это мы заблендим вот сюда. В режиме оверлея, потому что оверлей классный. И немножко оно становится плоское, да? Давайте тогда попробуем мультиплая. Но чтобы сделать это классным, нам, мне кажется, нужно... Давайте попробуем через histogram scan разгнать. То есть, я же говорю, я, несмотря на все челленджи и в дизайнере, который делал сам, все еще в дизайнере довольно проходной парень. Вот что-нибудь такое, да, и совсем чуть-чуть, чтобы это не так выглядело, как сейчас. Во, вот это мне нравится чуть-чуть больше. И я бы, может быть, даже это вынес в наш градиент, потому что сейчас у нас градиент, как видите, очень скучный. И почему у нас градиент-то скучный, на самом деле? Потому что мы в нее никаких дополнительных красок никаких не вынесли. Но потихонечку мы можем начать это исправлять. Надо это делать еще аккуратно, потому что иначе у нас все уплывет к чертям. Да, кстати, насчет одного. Все в одном. Так, нет, Doom на финском. Кстати, в этом плане Финляндия без проблем, а вот тут в основном язык, конечно, английский. Так. Ребят, кто может посоветовать годный курс по стилизованному арту? Видеть, там будет еще какой-то разбор домашки. У меня не стилизованный. Ну, в смысле, у меня стилизованный на курсе, но немножко другой, и мы больше о разработке локации. Так. Курватур смус. О, нет, просто курватур и курватур смус. Сергей, нет новостей о датах старта вашего курса. Регистрация уже открыта. Пишите, там должны... То есть все, курс официально запущен. Вы идете. Вот замечательную группу Смирнов School. Где висит вот такое маленькое объявление, игровая локация в Unreal Engine. И вот здесь вот дата старта курса индивидуально, программа курса, записаться на курс. Идете и записывайтесь на курс. Если вы не переносите контакт, то можно зайти вот smirnovschool.com, locations in Unreal Engine, и записаться. Я надеюсь, что в марте мы стартанем. Как я понимаю, зависит это будет от количества людей. Да, и от контракта и, короче, от прочих организационных моментов. Но тянуть никто не заинтересован. А, уже зарегистрировались, отлично. Ну, я думаю, надеюсь, что в марте. Я не хочу затягивать, посмотрим. То есть я готов буду стартовать даже с 10 людьми. Так. Зашло немного людей в дискордик. Я буду рад вас всех видеть. Круто, смус. Что я хотел сделать? Я хотел нормалку завести в курватуру. Тут курватуру немножко крутануть на интенсивность и заблендить через оверлей одно на другое. Оверлей.
Тем самым вот мы получили какую-то кураторку. И вот это теперь мы блендим вот сюда. Тоже в режиме overlay. Я не помню, а Tiger, он, по-моему, вообще начинает градиент чуть ли не с Ambient Occlusion. Там что-то вообще у него дикое. Надо бы пересмотреть. Но после фотошопа. Который... Блин, вот хочется поотвлекаться на кучу столько замечательных вещей хочется получить. Но понимаешь, что... Так, и вот у нас это наша ЧБ-карта для градиента. Тебе Илью сюда надо засумонить. Чтоб подсказывал. Ну, слушайте, мне на самом деле по приколу именно... То есть в дизайнере есть вот этот прикольный момент, что ты просто тыкаешься и что-то получается. Понятное дело, что это не совсем правильный подход. Но в этом есть в дизайнере, что реально ты... Типа просто пробуешь некоторые штуки, и это круто. Но, конечно, текстурка довольно грязненькая пока что. В основном, я думаю, из-за того, что я градиент, я его немножко пережег. То есть не надо было его настолько сильно убивать. Я немножко, наверное, поспешил в этом моменте. У меня была довольно интересная база градиента, я взял ее и слишком убил. И за это получилось то, что получилось. Может быть, имеет смысл заново найти градиент. Кстати, тут quality нужно повыше. И, кстати, может быть, вот сюда лучше заводить вот так. Да. Надо избавиться от светлых пятен. И интенсивных, кстати, тут жестковато. Светлые пятна как-то совсем не в тему. Да, я согласен, что тут с логикой пока что проблемы. И учитывая, что вот эта протертость, она еще никак на рафтусе, может быть, имеет смысл пока что вообще уйти от вариативности цвета такой большой. И сделать все более-менее одного оттенка. Я вообще в движке посмотрел, как это будет выглядеть. Так, и я еще хотел вот эту вот штуку накинуть на roughness совсем чуть-чуть. Вот поэтому я не хотел на стрим выносить дизайнер, да, потому что очень много это тыканье. То есть я бы еще, например, там уроки какие-нибудь посмотрел. Та-та-та. Угу. Потому что я, например, когда делаю материалы, очень часто, ну, прям иду и смотрю какие-то там рефы. Прям рефы, набираю все и список. Я иногда могу и долго искать какой-то материал. Или могу, например, скомбинировать какие-то материалы, которые есть. Вот я бы, кстати, наверное, добавил что-то такое. Ну, кстати, я бы еще, кстати, очень хороший совет, который я сейчас не использую, это вы идете на textures.com и находите какой-нибудь интересный. Можно скан, можно не скан, но суть в том, что вы идете. Угу.
Дерево-то где? Вот, да, то есть вы находите, вот, например, вам кажется, что вот прикольное дерево, да, и я очень советую, вы берете и копируете себе альбетку и рафнос. К, да, вообще. Link resource. И при этом link resource. То есть вот тут диффузка однозначно не очень хорошая. Она, во-первых, почему-то. Тут почему-то диффузка со светом, что вообще мне непонятно почему. Но, например, вот эту штуку можно использовать для градиента. То есть это одна из методик. Так, неправильно. Так. Так. И пикапим. Градиентик. И можно вот получить довольно интересный градиент. Это я считаю очень классно и хорошая практика. Но я вот часто лажу именно ради понимания того, какой должен быть roughness. То есть вот я вижу, что, например, roughness должен быть значительно более белым. То есть прям значительно. Я понимаю, что можно, например, позицию подправить куда-нибудь сюда. Но она станет очень плоской в нашем случае. Поэтому я тут делать не буду. Но в целом, да, это вот одна из методик, которые я люблю использовать. Ну, потому что обычно... Так, есть текстура 2К на 1К. Как ее без подтяжек до 1 к 1 обрезать? Блин, какая странная, страшная диффузка. Так, это тип... А зачем тебе ее обрезать? Тебе ее, по идее, надо просто сжать. Она же тайловая вверх-вниз. И если она формат 1 к 2, значит, она, типа, растянута вверх. Я бы ее просто сжал, типа, в квадрат. А тут вообще равноса нет. Не очень мне нравится то, что я тут вижу. Как и без подтяжек до 1, как, ну как только в фотошопе. Я в фотошопе как делаю для таких ситуаций? Ну, похожих. Я, короче, делаю маску, то есть вот, предположим, у тебя есть какая-то текстура, и тебе нужно одновременно из трех ее вырезать, да? Что я делаю? Я уверен, что... Да, можно в Quixel посмотреть. Короче, предположим, тебе нужны какие-то кусочки, и ты понимаешь, что тебе нужен, вот, например, какой-то кусок вот этот в текстуре, то есть у тебя вариант какой, по сути? Либо все перекинуть в один документ и там работать, но это не очень удобно. Я как делаю? Я в этом документе перехожу в режим рисования маски, в маске выделяю все, что мне нужно, копирую эту маску на остальные три документа и потом, типа, вырезаю и сохраняю как. Квиксель. Я обычно делаю вот так. Это тоже такой себе костыль, но... как быть, если делаешь тестовый, что-то непонятно? Спрашиваешь, она тебе говорит, что все необходимое есть в тестовом, но в письме напишет, что можно спросить, если непонятно. Ну, задай себе вопрос, хочешь ли ты с таким работать? Я, конечно, понимаю, что такой себе ответ. Но, тем не менее. Во, boat deck. Смотрите, это прям то, что нам нужно. Давайте залогинимся. Единственное, почему-то это выглядит очень стрёмно. Но вообще это неправильное поведение HR, я считаю. Мне интересно, как в дизайнере точно же можно сделать. Блин, я в дизайнере супер не люблю работать с этими 2 на 1К текстурами. Он так странно с ними работает. Ну, ты просто... Есть тут, короче...
Ну, ты можешь, например, атлас составить. Есть, короче, такая штука, как Atlas Maker. Он позволяет тебе брать какой-то кусок материала и сшивать его в атлас. Типа одновременно все карты. Так, смотрим. Я что-то из-за разговоров отвлекся, задумался. Я очень не люблю работать не с квадратными текстурами. Это, блин, боль на самом деле ужасная. Ну, давайте посмотрим. Блин, он качается пока что. О, посмотри, какие. Класс. Давайте тоже скачаем, посмотрим. Блин, они... Ну, тоже, блин, ты смотришь такое, и такое... То есть, конечно, в этом что-то есть. Я не спорю. Вот это вообще класс. Но вот эти вот что-то мне не очень зашли. Ждем, пока скачается, потому что, блин, почему-то в Финляндии и Швеции качается по 100 лет. С Мегасканов у всех все качается 100 лет. Так, и закидываем к себе, собственно, Roughness, Link Resource. 8К Roughness, ох. Так, и видим, что Roughness тут в целом довольно монолитный. И разбавлен он супер мелкими вот этими штуками. По оттенку. У меня темнее, но не сильно. Кстати, в оттенок Roughness я более-менее попал. Давайте я рейнджем его немножечко подниму. Типа вот так вот. Да? Да, у Quixel, ну я думаю, это связано с той нагрузкой, которая у них стала. И дальше они Roughness разбавляют супер мелкими вот этими штуками. Мы, кстати, можем себе позволить это сделать. Я бы, кстати, царапки какие-то сделал. Вот мы можем вот какие-нибудь вот такие штуки себе зафигачить. В виде... Только я... Хотя пусть будет даже так. Я бы, наверное, может быть, даже их меньше сделал. И давайте Scratch генератор. Он довольно прикольный. Можно, кстати... Надо единственное помнить, что у нас, грубо говоря, они же супер большие, у нас эти доски. Поэтому Scratch должно быть довольно много. И давайте с вычитанием. И вот сюда. И я бы, наверное... Я не уверен, что я хочу зафигачивать гвозди. То есть, вроде бы оно по жизни похоже, но... давайте... Кстати, прикольный риф. Как это назвать? Корабль. Палуба. Чтобы художника написать в титрах в игре... да, могут тебя не указать. И, как правило, это в целом не очень просто, чтобы добавляли. Потому что... Вот, кстати, да, видите, иногда эта доска, она вот так кладется. И те рефы, которые я смотрел,
Только мне трюм. Мне не палуба, а трюм. Да, это нормальная ситуация, и связано это с тем, как студия подписалась. То есть это зависит не от того, что эта компания хорошая или злая. Это... Привет, Илья! Доска без гвоздей — это обычный ламинат. Ну вот, вот видите, вот в этих кораблях оно иногда бывает так. Вот, ну, где-то. Либо они супер мелкие, и их поэтому не видно почти. Хотя вот тут по-разному. Короче, Илья, безумно рад тебя видеть. У нас тут немножко страдания, но ты, видимо, сейчас придешь на другие страдания, мы сейчас перейдем в Photoshop. Сейчас я немножко... Ну, кстати, может быть, гвоздей и можно сделать, просто они такие супер мелкие на этих штуках, что почти не видно. Короче, все связано с тем, как договаривается компания. И иногда, грубо говоря, смотри, может происходить такая ситуация, что приходит, предположим, компания Т и компания С. И компания S говорит, что мы круче, мы хотим быть указаны в титры, мы стоим X3, и приходит компания T и говорит, а мы готовы, короче, быть не указаны в титрах, и мы будем работать дешевле в два раза, чем вот те чуваки. Нам главное контракт этот получить. Или, ну да, ну вот такие ситуации могут происходить. Или, например, у компании может быть политика, что она не хочет, чтобы ее сотрудники выкладывали компании в себя в портфолио, поэтому они не будут указаны. Ну, короче, это все на уровне бизнес-переговоров решается, и художники тут мало решают. То есть иногда это запрещает заказчик, иногда это запрещает компания. Так, меня спросили в какой-то момент, типа, сколько надо еще делать контента. Контента нужно делать мало, но и он довольно простой. Но я работаю со скоростью черепахи в последнее время, и поэтому все это тянется супер долго. Да-да-да, гвозди там 100% есть, я уже понял. Так, вот это я хочу немножечко в нормалку все-таки вынести. Такие вещи лучше выносить в нормалку. Поэтому вот эти вот скретчи мы немножечко засабтрактим. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Даже так многовато на самом деле. Я бы, во-первых, замаскировал некоторые вещи. Я бы сделал, например... Вот так и мультиплей. Может, и глянем, что выходит? Да, сейчас обязательно закинем и посмотрим, что выходит. Да, так, наверное, лучше. Так что все довольно сложно. Все-таки многие забывают, а это очень важный момент, что игры — это бизнес. Очень удобно быть художником, но это не единственное, что и происходит в индустрии, поэтому... Наверное, мультиплей не такой сильный. Нужно делать где-то половинку. Типа, да. Так, окей. Давайте, вправду, закинем это в движок. И посмотрим, что из этого выходит. Потому что в движке оно будет выглядеть немножечко иначе от того, что я понаделал. Export outputs as bitmaps. И давайте закинем это в Pirate Ship. Textures. Textures. Tile. Wood blanks. О, нифига, когда у них изменился вот этот вот экспортер, он же... что за режим такой? Это только сейчас появилось? Надеюсь. Жесть, ладно. А как мне понять, мне нужен RAW или... Господи, что так сложно-то? Ну ладно, предположим так.
Ой, кстати, я, блин, дурачок. Мне же нужна спакованная карта. Значит, для этого мы делаем новый output. Когда-нибудь мне станет не влом, и я все сделаю. RM. Label RM. И merge. RGBA merge. То есть, если вам нужно сделать сшитую текстуру в дизайнере, можно вообще написать кастомную ноду. Я все прорываюсь, и все, у меня никак руки не доходят, хотя на самом деле это супер глупое занятие, что я все это никак не соберу. И мы берем, значит, заносим. У нас есть... Ага, я почему-то... Что я хотел с этим сделать? Ладно, неважно. Ambient Occlusion. Ambient Occlusion. Здравствуй, Ambient Occlusion. Дальше Roughness. Дальше Metallic. И дальше Height. Height возьмем, который заходит у нас, соответственно, в нормалку. И вот у нас наша RM текстура. И вот теперь можно это экспортить. И во время экспорта мы ставим, что нам... И вот тут вот надо поставить вот так вот. Теперь у нас все правильно экспортится. RM. Base color. Надо, кстати, исправить, что не base color, а BC. BC. N. И N. Надо это, конечно, все было бы по-хорошему нормально собрать, но давайте страдать вместе со мной. Ну, хоть чуть-чуть прочесали ноды. Ну, более-менее. Так, и экспортим это дело. Пам-пам-пам. Нам не нужен roughness, вот это все нам теперь не нужно. И это все равно улетает все в woodplanks с префиксом t, нижний слэш, graph. Identifier, PC, N и RM, Export Outputs. И открываем вот эту папку теперь. Так, наш проект в Unreal я не открыл, видимо. Я его не вижу, да? Давайте побьем. Pirate. Да, я вчера наконец-то засел и хотя бы обновил кусок пушки. Было у меня такое желание вчера. То есть все, я начал уже потихонечку приходить в себя. Если мне хочется в свободное время подправить сцену в Unreal. Потому что вот эта сцена с темплом. Вообще, конечно, делать два проекта параллельно. Это трындец какой-то. Больше я никогда не буду такой практики придерживаться. Что-то два параллельных проекта, это очень тяжело. Влад, привет! Я тебя поздравляю с указанием в титрах. Устроился работать позже меня, а в титры попал раньше меня. Да, я страдаю в дизайнере, я реально страдаю. Но что-то вышло корявое, косое, убогое. Ну, все как мы любим. Вообще, это немножечко обидно. Не то, что Влад попал в титры, а в том, что я свою коммерческую деятельность за последние полтора года все еще не могу указывать. Интересно, мы часто и много смотрим уроки на других сайтах, в числе английских, смотрят наши стримы и уроки. Да нет, не часто, но какие-то смотрят, но это скорее исключение. Все-таки у них спецов хватает в большинстве своем, именно уроков. Ну, например, какую-нибудь Панфилову, думаю, смотрят. И на ZBrush Central приглашают же. Но они просто на английском это говорят, все равно уже. То есть язык-то интернациональный. Так. Blanks. Панфилову, Ануфриеву, и та.
Знаешь, что самое обидное тебе будет? Если я к вам тоже в титры попаду. Да. Да не, мне не будет обидно. Не. Так, видим, что доски у нас получились супер короткие. То есть мне либо доски надо увеличивать в длину. Во-первых, надо поправить развертку нашей палубы. Влад участвовал в аддоне. Насколько я помню. Так, давайте посмотрим. Значит, у нас 2К. Значит, вот эта доска меньше 1 метра. Однозначно это нас не устраивает. То есть у нас сейчас одна доска, тут 1 метр. Это супер короткая хрень. И нас это явно не устраивает. Если я сделаю... То есть мне нужно, значит, либо делать... Ну, то есть мне, скорее всего, надо делать вот так. Тогда она 2 метра. Это больше похоже на правду. И вроде у меня почти ничего не рассыпалось, кроме чертового рандомайзера. Size random, наверное, лучше вообще отключить. Да. Синишал, наверное, смотрит, он же язык учивший на русском уже. Так, ну, наверное, вот эту хрень мы будем экспортировать. Вроде у нас ничего не сломалось. У вас такие познания, я прям не могу. Когда вы только успеваете. Так, давайте реимпортнем. Значит, теперь это одна доска у нас в 2 метра. У нас все еще неправильная развертка. Да, так, проверяем. Теперь у нас вот такая, да. У нас теперь одна доска 2 метра. Это все равно маловато. Очевидно, вот эти доски... Ну, кстати, Да, блин, оно может быть даже не 2 метра. Они супер длинные. Прям супер длинные и короткие. Ну, я бы, наверное, тогда давайте добавим... У нас же еще концепт, и не очень хочется, чтобы это слишком сильно шумело. Пока что, типа, у нас она 2 метра. Мне, кстати, еще у доски не хватает, я понял, вогнутости. То есть bevel должен быть более ярко выраженный. Сейчас он у меня слабо выраженный, из-за этого оно выглядит плосковато. Вот, я не уверен, что я хочу это делать. Да, это я просто к чертям все убью таким образом. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Ладно, фиксить это все буду потом. Пока что давайте просто заэкспортим и поправим развертку нашей палубы. Это у нас, наверное, хул, да? Нет, не хул. Как у меня называется этот меш? Ship floor. Вот, ship floor. На него назначена вот эта штука. И мы должны сейчас его заново обмапить. И во-первых, надо тогда эту текстуру делать 4К, чтобы оно нормально соответствовало. Я думаю, да, 4К будет норм. Экспортировать, устанавливаем, что... Тут нельзя пересчитать, да? Да, это надо бачить. Давайте поставим, что у нас теперь текстура 4К. Принципиально ничего не изменилось, просто, грубо говоря, по текстилю теперь все правильней. Экспортируем текстурку. И гласим, что у нас вот эта текстура.
Ну да, кстати, если я делаю текстуру 4К... Во, все, правильно. Я могу сделать... Если у меня эта текстура 4К, я могу сделать, что у меня не одна доска, а две. Но однозначно тогда их надо делать тоньше, значит, вот этих штук должно 16 быть где-то. Если не больше. Да, больше должно быть. 20. Да. Ого, у вас там понесло рассказы. Так, что у нас сейчас произошло? Все, у нас теперь одна доска, 4К текстура, две доски, 2К. Да, на 4К это значит, что все, текстили мы соблюдаем. Вот это наша одна доска такая. Экспортим еще раз. Заэкспортили 4К. И здесь мы устанавливаем нашей палубе тексель 1К. Надо будет заменить потом текстуру. Тексель 1024 при 4,96. Set. Во, все, настроились под правильный тексель. Дизайнер много чего не умеет. Но мы все равно его любим. Так, unique ship floor. Худо-бедно какими-то страданиями математическими я победил. И вот, вот теперь оно у нас в движке. Реэкспортим текстуры, а то там были старые. Старые, не свежие. Экспортим свежие. Да не, меня дизайнер вообще многих моментов устраивает. То есть у меня к нему претензий нет. Значит, единственное, надо развернуть разверточку. Видит. Кстати, я поставил 19 мая, как видите. Потому что, если кто смотрел стрим на Smirnoff School, я в какой-то момент начал чистить, короче, диск C. Ну, я, короче, диск C непоправимо почистил, что у меня 17 мая начала вылетать каждые там 15 минут. И у нас новая эпоха 2019.2. Вы чувствуете в воздухе это? Но новый этап нашей жизни наступил после этого. Так, ну, диффузка ужасная. Давай, Глеб. Ну, нет, лучше не ставить самый свежак, потому что обычно он нестабильный. То есть на это я не пойду. Так, меня не устраивает наша диффузка. Она очень грязная. Вот то, что я вижу сейчас. Буду сейчас разбираться, почему. Потому что я зашил вот этого нойза, да, дофига. И вот этого нойза зашил дофига. Вот этого давайте сделаем меньше от тонов. Блин, оно как-то очень странно работает. Оно работает не совсем правильно, как должно. Он дает какие-то очень странные оттенки. Ой, Глеб, опять ты Майю поносишь. Ну сколько может уже? Максист ты наш. А в Максе нисколько скриптов не надо удалить, потому что в нем ничего нельзя сделать. Бадабумс. Так, окей. Что-то мы заэкспортили. Что-то мы сделали. Во-первых, текстура супер темная.
Но мне так не хочется ее сейчас. Сейчас я ее просто попытаюсь высветлить. И десатурнуть, может быть, чуть-чуть. Типа вот мы вот этой вот текстурой подсмазываем детали. И должно получаться более-менее прикольно. Давайте экспортнем, посмотрим. Вышло очень найзовое. Ну, это, кстати, получше. Но вот это уже чуть-чуть ближе к тому, что я хочу. Она, кстати, по рафнесу довольно близка к этому. Проблема в том, что у нас разный тон дерева тут и тут. Это значит, что мне придется его сводить. И это не очень хорошо. Либо его можно свести сейчас. Что мы видим? Мы видим, что у меня вот это дерево, оно, ну, с большими контрастами. И... Да, оно обычно... Ну, немножко странно делать разное дерево. Ну, кстати, нет, делают как бы ок. Но все равно лучше немножечко подсвести. Давайте подсведем его, вернем чуть-чуть насыщенности. И просто уведем в более оранжеватый оттенок. Ну, не совсем то, что нам нужно. Но давайте посмотрим, может, в движке оно будет выглядеть поинтересней. Я чувствую, на эту текстурку у меня много времени уйдет. Есть у меня только подозрение. Не, это дичь какая-то. Слишком сатурейтенная. Нет, это слишком по брайтнесу убитая. Экспортим. Так, реимпортим. Ну, тоже такое себе. Но без света вообще ничего не понятно. Ну, то есть, какая-то текстура у нас у дерева есть. Все еще она очень узкая, что меня не очень устраивает. Я бы, наверное, еще добавил пару досок. Меня все равно не устраивает, какая она короткая. Вот эта вот проблема. Можно, конечно, немножко подзабить на скейл и скейлануть. Но соотношение все равно маловатенько. Маловатенько. Давайте его немножечко все-таки изменим. Наверное, у нас сейчас 1 к 20, или 2 к 20. 20. Давайте 2 к 24 сделаем. Перезапечь что? У нас тут бейка нет. От 300 миллиметров. Но у нас сейчас два от... А, от 300 миллиметров. То есть надо делать... Ну, можно скиллануть развертку будет. То есть, видимо, я так и сделаю. То есть, ну, тексель мы чуть-чуть не выдержим. Это не страшно. То есть мы можем подзабить, главное соотношение получить более-менее правильное. Да, вот это немножечко получше. Не хватает вариативности рафнеса, вот мне между досками. Царапки очень большие. Царапки должны быть намного меньше. Прям намного. Намного ощутимо меньше.
Где у нас царапки? Вот царапки. Ну, вот, наверное, так. Количество их сильно увеличивать не будем. Та-та-та-та-та-та. Смотрим. А то сейчас они, видите, все супер здоровые. Да, это немножко ближе к правде. Немножко шумновато дерево. Наверное, нормалку надо еще немножечко подсплюснуть. Потому что в реальной жизни, насколько я помню, оно не так сильно отсвечивает. Да, видим, что оно не настолько ярко выражено. Ну и да, надо будет болты еще сделать. И не хватает выпуклости, да, потому что на самом деле... Да, давайте немножечко... Уберем интенсивность нормалки. Сейчас она около единицы. Обычно я нормалку супер выкручиваю, но, видимо, это тот редкий случай, когда ее надо подприземлить. Мне еще вот этот варп не очень нравится, который искажает так сильно. Во, вот это уже получше. Все еще не хватает. Ну, это уже никуда не шло. То есть это уже хоть похоже на... Надо еще, пойдемте, давайте бахнем скейл. Во сколько скейл уменьшим? Так, давайте цепанем. Скейл 0.75. Да. Давайте попробуем 0.75. Хотя, может быть, даже сделать 0.5. Давайте сделаем 0.5. Типа получится 1.5, по идее. И экспортим и смотрим в движке, что у нас получится. Смотрим. Широкая стала, но, с другой стороны, она достаточно длинная. Можно еще, наверное, соотношение немножко подубить. Сейчас у нас 1 к 24, давайте сделаем 1 к 28. Ну, в смысле, 2 к 28. Проверяем, что у нас все еще все... Вот это, конечно, в дизайнере супер круто. Видите, мы так легко меняем все, и у нас все еще, грубо говоря, все живет и существует. И худо-бедно, но каким-то образом мы выруливаем. А когда я добавляю вариативно в ширине досок, там начинают генераторы слетать, некоторые, на флутфиле построенные. И зазоры становятся немножко странные, мне это не очень нравилось. То есть вообще да, но надо это делать, наверное, позже, когда я полностью пойму, что меня... Ширина и там, вот, например, я реально до этого не собирался делать болтики. Теперь я понял, что я хочу добавить болтики в эту текстуру. Но вообще выглядит неплохо. Ну, то есть roughness простоват. Нормалка уже не так отсвечивает. Это реально похоже, это похоже на дерево. Может быть, излишне глянцевое. И можно поставить билдиться на медиум. А пока у нас это все происходит, давайте подумаем какой-нибудь скетчик, да, как я и обещал. Так, давайте я только освобожу себе рабочее пространство на обычном столе рабочем. И у нас сейчас будет немножко фотошопчика для таких
пряморуких 3D-художников, как я. Если вдруг вы хотите рисовать окружение, и вы, как и я, обременены двумя факторами, которые... Первый фактор — это то, что вы знаете 3D, а второй фактор, которым вы обременены, вы плохо рисуете. У меня для вас сейчас буду делиться, как я это делаю. Да, то есть сразу откидываю мысль, что в художке мы не ходили, рука у нас не поставлена, даже... Ну, я немного рисую, но глобально, конечно, ни до одного 2D-художника я не дотягиваю по скиллу, потому что просто не трачу на это столько времени. И это нормально. У каждого из нас своя работа. Значит, и как же нам с этим жить? Первые, самые две главные проблемы, с которыми вы столкнетесь, это а. непонимание художественной базы, которая очень важна для рисования. Б. это непонимание, неумение рисовать аккуратно. То есть у вас начнется вот эта вот мазня мягкая, которая сразу превращает ваше рисование в мыло. И это большая проблема, особенно когда рука никак не поставлена. То есть, и во-вторых, если у вас нету... раньше не было смусинга в фотошопе, и вы еще начинаете рисовать вот так вот. И все это превращается не в арт, а в грязь. И это очень большая проблема. Так что, по сути, мы боремся одновременно с непониманием художественным и неумением рисовать. Художественное непонимание у нас в том, что есть такая штука, как перспектива, о которой мы обычно в 3D не думаем, что у нас кубик в 3D может быть нарисован вот так, он может быть нарисован в зависимости от перспективы, я не знаю, перспективных искажений. Это тоже может быть кубик, но он должен сильнее искажаться, но... Короче, из-за перспективы у нас все очень сильно и неприятно может меняться. У нас есть точки схода, у нас кубик может сходиться и вот так. И главная проблема в том, что... Видите, я тоже где-то сейчас косячу в перспективе. Нет, что-то... Вот, видимо, как-то так, наверное. Короче, из-за того, что мы не рисуем, мы рисуем супер криво и неправильно. И выглядит это все стрёмно. Первое, к чему я пришел, это использование квадратных и круглых кистей. Мне это помогает, по крайней мере, не круглые кисти использовать, а всякие, типа, вот такие острые. Из-за них я давлю сильно, и, по крайней мере, у меня получается четкий край перерисования. Это хоть как-то меня спасает во время рисования скетчей. Дальше. Идем от формулировки, что мы нубаси, да? Так, ну это все нормально. Ну слушайте, кстати, а пол-то норм. Ну сейчас немножечко у нас тут все пересвечено, но... Слушайте, а прикольно. Что-то даже вышло, вариативность какая-то интересная. Я бы еще, наверное, его скейланул, чтобы он был еще тоньше. Я бы подправил вот этот варп. Но в целом текстурка-то вышла неплохой. Окей. Значит, предположим. И мы откидываем идею обрисовки 3D. Значит, первое, от чего нам нужно всегда отталкиваться, это от того, что мы довольно плохо умеем выстраивать композицию с нуля. А значит, нам нужно подсмотреть какую-нибудь композицию, чтобы сделать эту композицию интересной. Да? Можно действовать несколькими способами. В нашем случае мы просто возьмем какую-нибудь прикольную 2D-шку. И возьмем какую-нибудь... Ну вот, например, да? То есть хороший скетч. Ну, он не в том формате, я не хочу узкий скетч рисовать, сейчас какой-нибудь широкий возьму. Ну вот, например, да, то есть по-хорошему надо было поизучать, посмотреть там разных 2D-художников, вот, например. Тоже классная композиция, да, там вылитый замок, источник света, довольно все прикольно. И первый план загромождается каким-то вот объектом. Берем себе в референс это. И разбиваем это все на простейшие элементы.
То есть, что это имеется в виду? Мы для себя откладываем, что композиция у нас состоит из переднего плана. Соответственно, вот мы берем и отрисовываем. Значит, у нас будет какой-то масштабный элемент. То есть, главный смысл в том, что мы... И видите, я довольно сильно давлю и отрисовываю все в тоне. И вот мы изображаем так, передний план. Делаем его наклонным каким-то, чтобы создать интересную динамику у нашего объекта. То есть мы, по сути, композицию мы копируем, но наполнение, поскольку мы, по сути, просто сейчас сделаем пятна, наполнение у нас мы копировать не будем. Так, я стараюсь работать в большом количестве слоев, потому что мне так себя контролировать удобнее. Дальше, предположим, у нас будет еще какой-то вот этот вот супер странный камень. Я еще, видите, чтобы компенсировать свои кривые руки, рисую с помощью лассо. То есть идем от утверждения, что нам надо компенсировать кривые руки. У нас нет выбора, потому что мы 3D-шники. Да, то есть это у нас второй план какой-то пошел. Дальше надо нарисовать какой-то путь. Например, это вот дорожка такая, как тут есть. Поскольку это перспективное сокращение, то мы должны обязательно его как-то изобразить. То есть то, что прямое, оно от нас становится меньше. Пока что мы просто это отрисовываем на уровне 5. Тут даже можно, на самом деле, мышкой это все делать. Собственно, что мы подворовываем? Мы подворовываем, например, идею вот этого резкого поворота мостика. Почему мы ее подворовываем? Потому что мы ее... То есть догадаться до нее довольно легко, а вот отстроить ее аккуратненько, это уже сложнее. Главная сложность именно в этом. Значит, вот он наш путь, и предположим, там он где-то что-то сделал, и уходит за наш камень. Это путь, камень, камень. Значит, путь нас вел, и потом у нас идет какой-то суперкрупный объект. Здравствуй, суперкрупный объект. И тут мы можем поиспользовать так называемые шейпы. Для меня это вообще суперспасение. Я беру какую-то вот такую вот ерундистику. Сорян, у меня мышка подтупливает, делает дабл-клик. И я иду... Ну, например, вот... То есть я, в чем минус работы с шейпами, то, что вы будете завязаны на то, какие у вас есть шейпы, вот эти вот. Шейпы, они качаются, покупаются, делаются, но они, грубо говоря, они вам навязывают какой-то дизайн, который у вас будет. Их можно просто градить, а я чаще делаю как? Я беру какую-то общую форму, например, я хочу сделать, что это какой-то обелиск. Который я, понятное дело, сейчас построю не в перспективе, потому что я же 3D-шник. Отрисовываем наш обелиск. То есть то, что сейчас все сливается, залипает друг на друга, это нормально. Мы это сейчас поправим, когда будем отбивать это на уровне тона. Видите? Помню, что перспектива, поэтому мы все равно не лажаем. Единственное, что я стараюсь сделать, это более-менее аккуратно работать при этом все. И можно вот на этом этапе понять какое-нибудь, что то, что от нас дальше, оно будет немножечко, не немножечко, а множечко в более убитом тоне. И вот, предположим, ставим эту штуку сюда. И тут начинается самое интересное. По сути, это мы начинаем эту штуку зафигачивать какими-то
вот такими вещами. Я это делаю клип-маской, делаю другой цвет, и вот можно нанести какую-то рандомную детализацию. И от этой детализации появляются какие-то идеи. Во. Видим, что у нас начало формироваться какой-то вот такой храм. То есть, по сути, дизайн идет от каких-то вот таких рандомных вещей. Понимаю, что это мне там не подходит. Да, и просто есть какое-то пятно. Понимаю, что поскольку это вдалеке у нас не может быть такой интенсивности на контрасте объекта. Поэтому вот я чуть-чуть подзабавляю интенсивность. Понимаю, что у меня форма, например, скучновато. Да, сейчас я просто какой-то... Можно пойти порисовать каких-то еще вещей. После этого у нас начинается бэк, да, то есть у нас вот первый план, второй план, и теперь у нас задний план. Тут, кстати, штука неправильно стоит, ее надо вот сюда вывести. Идем, делаем задний план. Задний план можно наградить из каких-то шейпов, камней и так далее. Они должны быть еще светлее. Ну, камон, не глюч. И... Ну вот, например, да. Потом все лишнее мы подсотрем. Подмажем. Единственное, оно немножко ярковато. Чем крутые шейпы, что они дают тебе кучу случайных форм. И это все делается автоматически аккуратно. О, у нас сейчас проблема, что у нас что-то появляется на переднем плане, потому что мы не залили этот передний план. Собственно, мы можем это исправить. Где-то вот здесь давайте нарисуем. Так, дорога. Где у нас дорога? Под дорогой. Нарисуем какой-то... Можно взять, например, такой домчик. И показать, что это все у нас земелька. Рисовали земельку. И видите, уже что-то получается. Дальше на эту земельку надо кинуть какую-то отбивочку. И эта отбивочка должна быть более контрастной, потому что это более передний план. Это одна из основ, что передний план у нас более... Интересный. Выглядит, конечно, скучновато, но, по крайней мере, это куда-то движется. Дальше у нас есть вот этот вот камень. Мы можем с ним что-нибудь придумать. Делать, например, более интересно. Мне не очень нравится, что он у нас рубит композицию так нелепо. Я его чуть-чуть подвинул. У нас супер не наполненная какая-то середина, но по крайней мере у нас стало что-то появляться. Я понимаю, что у меня вот, например, вот этот план, он немного скучноват. Он, видите, супер плоский. Поэтому я начинаю во-первых, что-нибудь достроим сейчас. Во-вторых, мы можем сделать градиентик и поверх этого градиентика сделать еще один уровень здания. Значит, делаем градиентик, чтобы отбивочку сделать прям совсем легенькую. Это мы читерим, чтобы мы могли нарисовать еще один набор зданий и на них что-нибудь читалось. Начинаем рисовать эти здания. Можно сделать, что какие-нибудь у нас тут, вот, не знаю, ворота. Почему ворота? Потому что ворота интересно. То есть
Почему они там? Потому что плохо они там смотрятся, лучше сделать их здесь. Вроде бы и не в самом центре, но при этом композиционно мы как-то туда ведем. Мы скорее дорожку сейчас как-нибудь подправим. И башня. И опять мы сейчас с шейпами наведем какой-то рандомной детализации на все дерьмище. Отфигачу какие-то шейпы. Что-то отфигачили. Опять клип-масочку. И опять шейпами наносим какую-то детализацию. Причем мне хочется именно вот на этот элемент, поэтому я масочку сделаю. Я вот супер люблю масками работать. Это у меня давно пошло. Во, какую-то очень рандомную детализацию мы нанесли. Теперь можно менее рандомную попытаться чем-то найти в этих шейпах интересное. Ну вот. Кстати, довольно прикольно. То есть это база пятен, которую мы будем для чего-то потом использовать. Для чего это вопрос. Дальше можно нарисовать небо. Небо. Ну, пока как умею, так и рисую. Это довольно такой рандомный подход, да. То есть научусь. Скажем так, чтобы аккуратно рисовать, мне пока скилла не хватает. Так. Давайте подубьем небо чуть-чуть. Этот слой я сейчас подубью. То есть он у меня такой не останется. И я супер убиваю этой дымке прозрачность. Тем самым я просто делаю какой-то... Во, да. Видим, что это вырисовывается в какой-то, скорее, там, не знаю, кибергород, я не знаю. Ну, что-то вообще супер странное. Можно это начать выводить в какой-то вот, собственно, этот кибергород. Можно сделать каких-то более... острых шейпов. То есть дизайн идет не от изначальной идеи, в данном случае, а от... интересной композиции и какого-то настроения и так далее. Да, то есть, ну, то есть, вот я изначально киберпанк не планирую рисовать, а пошел реально, да, такое очень напоминает. Можно даже взять и случайных шейпов воткнуть, разбить форму. Вот эта штука нам может очень прикольно. Только не знаю, по тону. А, она не совпадает по тону, потому что у нас дымка. Да. Вы видите, и вот эти вот чертовы шипы. Почему я их ругаю? Они супер классные. Вот для меня они очень круто подходят. И можно их там подстереть, подмазать. То есть никто у нас ручки нам не сдерживает. Если вы хотите, вы, конечно, можете и руками все прессовать. Но задача этого скетча — работать именно на том, что он вытаскивает на вот этой вот рандомности. Самое сложное — такие штуки порабатывать как раз. О, пошла у нас какой-то силуэт в этих зданиях. Просто вот кисти, они дают кучу рандома. И поэтому мне, например, рисовать тяжело, потому что, по сути, это все о рандоме. Ну, то есть мне очень сложно придумывать вот в этой рандомности еще какой-то дизайн продумывать и так далее, но постепенно, наверное, что-то придумается. Мне не очень нравится, что вот эта штука, она не видна, поэтому так, ну ладно, давайте левелзами подвытянем вот эту вещь. Только нам вот более ярче. Нет, фигово выглядит. Не, естественно, как-то. Ну вот так давайте. Чуть-чуть темнее. Не очень нравится, что отбивка у меня получилась не очень аккуратная.
Еще чуть-чуть, я стану 2D, да. Пам-пам-пам-пам. Я сейчас еще тут кину какой-нибудь шум прикольный, чтобы... Ну, вот сейчас вот абсолютно не забито вот это пространство. Я не знаю, чем его пока забивать, но чем придумаю. Я хотел детализации все-таки немножко нанести на вот это дело. Говорю, для меня вот шипы все спасают. Мне с шипами потом веселее становится. Очень сложно их аккуратно применять. Ну, тем не менее. И находить нужные. Но я, например, у Спарта забрал, купил его пак. Ну, какая-то такая детализация получилась. Может быть, она лишняя. Но вот рисовать детализацию я пока еще не научился. Так, теперь надо придумать, чем забить вот передний план. Вот этот. Ну, не передний. Передний план у нас вот здесь. Нам надо расположить что-то вот на этом поле. Это очень хороший вопрос. Что нам расположить? Мы можем, конечно, как-нибудь очертить композицию. Хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас чем подумаю. Во-первых, можно добавить будет источник света, который у нас начнет это все освещать. Он даст какие-то там тенюшки и так далее. Сейчас у нас тут источника света нет никакого. Давайте просто начнем что-то нарисовывать, и может быть что-то появится. И можно начать зафигачивать все камнями. Это беспроигрышный вариант. Да, можно, например, как-то оформить это в кусты или что-нибудь такое. То есть тут на самом деле опять-таки случай, то, что я говорю постоянно, оно тут действует абсолютно так же. Не можем придумать, что делать. На самом деле надо эти референсы смотреть. То есть я сейчас, конечно, награжу какого-то рандома. И из-за того, что это будет рандом, оно будет выглядеть плохо. Оно всегда так работает. Не, фигово выглядит. Я, наверное, лучше возьму и дам еще один шум. Надо вот эту дорожку как-то, надо ее по-другому как-то направить. Надо на нее дать детализацию. Давайте сначала я дам тут вот... Блин, спартовские кисти где вы? У Спарта там очень крутая вот эта штука. Для чего окружение пилится? Это просто с уроков каких вот у меня есть. Это просто скетчи. Я не 2D-шник, это просто тренировка. Ну, кстати, стал подинамичней. Надо придумать, что находится на поле, или это машины какие-то. Ну, кстати, можно, там есть довольно прикольная... Довольно прикольное строение. Давайте попробуем на уровне силуэтов их обозначить. Может быть, что-то из них выйдет интересное. Вот камни мне не очень хочется градить. Да, это будет выглядеть довольно ущербно. И, наверное, лучше это градить вот здесь. А ты какой курс сделал на CGMA? Модульное окружение я делал на CGMA. Моя Wolfenstein локация была на CGMA. Вот здесь вот куча зданий. Может, мы из них сейчас что-нибудь наградим. Я очень хочу дать какой-нибудь шум вот здесь. От Клинтона, да. Еще, мне кажется, дорожке вообще надо бы дать градиент. У нее это вообще проблема. То, что она у нас вначале... Во-первых, ей не хватает какой-нибудь фактуры. Давайте посмотрим, что мы можем на нее дать. Еще попробуем как-нибудь вот так вот ее зафигачить. Вот с какой-нибудь такой прозрачностью.
начать стирать. Короче, да, жизнь ДВДшников, она не такая веселая, как может показаться. Особенно, когда ты, вот, у тебя рисование еще плохо оттренировано, ты вот сидишь, такими вещами занимаешься. Так, почему оно плохо выглядит? Довольно риторический вопрос, но... Во, сейчас должно стать чуть получше. Иногда для того, чтобы рисовать, надо порисовать. И вот фактурные кисти, кстати, в этом плане тащат. Почему, видите, я не использую прям совсем обычную кисть. Ну вот ластик только. Не, ластик все-таки. И вот таким образом мы смогли дать хоть... Я бы, наверное, даже... На передний план можно давать больше контраста. Это основа переднего плана, что он всегда более контрастный. Ну а там он уже уходит в какую-то, да, дымку. Не очень хорошо, что вот здесь оно... Темное, это неправильно, нам это надо все увести в серость. Какую-то. Может не такую, но... Да, наверное, что-то такое. Но при этом, видите, тут оно начинает перекликаться, поэтому опять сейчас будем стирать это дело. Я делаю градиентами. И вот оно постепенно у нас ушло в дымку. У нас есть проблема, что абсолютно нечитабельный вот этот мусор, который вот здесь. И все еще супер пустой и скучный впереди план. Но сейчас потихонечку это тоже как-нибудь решим. Ну, одна из проблем, что я ничего не смог придумать. Да? Но, по крайней мере, у нас теперь дорожка более-менее уходит вдаль. Так, вот эти вот руины, сейчас попытаемся что-то из них заградить. Наверное, можно чуть поярче это сделать. Что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь сделать, чтобы был какая-то светотень. Но пока получается просто мусор непонятный. Тяжело, поэтому в качестве первого занятия, которое у нас было вот для таких нубасев, как я, там задание короче, делать стадики на основе двух работ. То есть ты берешь одну работу на композицию, другую ты берешь на дизайн. И таким образом ты начинаешь придумывать что-то интересное. Потому что сейчас все, что я смогу придумать интересное, это наградить вот этих вот супер унылых камней. Это, конечно, тоже прикольно, но нет. Ну, давайте нафигачим вдалеке унылых. Вот поле с унылыми камнями. Таким образом мы вот этот край сейчас закроем. Поле унылых камней. Поле унылых камней. Идите сюда, унылые камни. Вот тут вот есть классные камни. Там сейчас все зафигачу. Главное их по брайтнесу более-менее выводить. Наверное, потому что по идее, видите, они должны уже подходить по плану. Чему-то такому, но чтобы с ними они не сливали. Ну вот, кстати, пошло, да. То есть... Лео не хочет делать домашку, поэтому делает ее... Ну, вообще, да. Ну, в смысле, я хочу делать домашку, но я делаю ее на стриме. Но это, кстати, не моя домашка. Мне сейчас надо фотобашить. Но чтобы показывать это все на стриме, надо это, блин, хотя бы хоть пару раз сделать. Ну, вот появился у нас этот набор камней. Ч
Что-то с ним не так по контрастности. По-моему, он супер переконтрастен. Поэтому мы на него сейчас дадим градиентик, которым мы сведем это все по тону. Так, мне кажется, надо давать градиентик вот так. Что-то я сделал тут не так. Вена надо все-таки лучше. Контраст слишком высокий. Сейчас попытаюсь brightness contrast. Для далека там слишком большой контраст, да. Не хватает какого-нибудь классного персонажика. Что можно сделать? Как сделать классного персонажика? Если вы криворучка берете. Ну, поскольку это все... Вот, можно посмотреть всегда вот такие классные скетчи от Спарта. И найти, например, какого-нибудь такого замечательного человечка. Что сделать с этим человечком? Правильно. Нагло его заиспользовать. Потому что, чтобы нарисовать красивого человечка, это сложно. А мне нужен человечек. Потому что все становится лучше с человечком. Видите? Единственное, я его поставил человечку вот сюда и дорогу вот завел тогда сюда. Потому что сейчас у меня да, направление пути суперстанное, а так у меня человечек хоть куда-то это будет направлять. Единственное, у человечка сейчас немного проблемы с тем, что у него абсолютно неправильный светотеневой рисунок. Потому что у меня солнца нет, а при этом у него освещение. Поэтому мы его сейчас зальем светом, и все будет ок. Вообще, конечно, брать чужих персонажиков это не очень, но поскольку это стадик, мне не стыдно. Надо будет нафигачить какую-нибудь свою коллекцию. Давайте, не знаю, сделаем ему треугольную шляпу. О. С такой. И что мы делаем? Правильно, мы его подзальем темным цветом. Потому что... Даже, наверное, в мультиплеере. Дорогу нашу замечательную мы сейчас немножко переправим, чтобы она шла от этого. Ну, типа, у нас зигзаг будет вот такой. Дорога наша-то где? Дорога. И слои с дорогой. Давайте их сольем. Mirage Layers. И вот эту штуку. Не-не-не, все на тот стрим ты нажал. Просто у нас тут немножечко домашнего задания с курсов. Поскольку в дизайнере уже пострадали. Так, ну, теперь фотобаш, да, теперь фотобаш. Потихонечку я учусь. Вот, и... Можно, кстати,
реально сделать какую-нибудь вот такую вот историю. То есть вот у нас есть персонаж, да, он куда-то идет, но можно сделать реально... Но пока еще не 2D, но... Вы же помните, я всегда хотел 2D. Да, кстати, можно сделать какую-нибудь тут стену заворачивающую. Вот здесь вот. Слушайте, давай попробуем. Я, наверное, у меня не получится... так, хороший вопрос, в каком слое мне это все делать? Наверное, где-то... Где-то тут. И эта штукенция нам нужна под городом. Вот здесь получается нет. Да. И теперь надо как-нибудь красиво это сделать. Вот тут вот, собственно, начинается у меня проблема с перспективой, что я не знаю, как это правильно уложить. Во, и теперь у меня появилась какая-то история. Стены. И стена это должна быть явно намного светлее. Почему? Потому что она вдалеке. Она вдалеке, значит, она как-то должна. И можно. По идее, она должна куда-то вот сюда выползать. Или оставить вот этот блок. Но вот этот композиционно, конечно, лучше работает, чем просто. Расскажи, зачем тебе он, какой прикладной смысл от него для тебя, как для 3D-художника? Причин, на самом деле, очень много. Во-первых, иногда просто не хочется тратить время на какие-то вещи, которые можно протестировать в 2D, чтобы не делать их сразу в 3D. То есть многие вещи можно протестировать и понять, что они работают лучше или хуже. Может быть, как-нибудь вот так сделать. Не, слушайте, я, наверное, забью на эту идею. Пусть остаются эти здания, пусть остается город. Так, это первая причина. Потому что не хочется тратить время на ерунду. А часто ты время тратишь именно на какую-то ерунду, которая потом в итоге плохо работает. А в случае вот таких вот вещей этого можно избежать. Я смотрю какие-нибудь интересные композиционные решения, чем мы можем забить вот эту вещь. Пока не придумал. Это первый момент. Второй, то, что главная, наверное, причина для меня в 2D, это научиться делать обрисовки по чужим и своим работам. Потому что люди... То есть по композиции From, да. Именно по этой причине. Блин, ну мне как-то хочется забить этот край. Мне так не хочется делать что-нибудь такое. То есть вот композиционно оно, конечно, будет работать лучше. Потому что я, по сути, вот взял и всю проблемную часть ее просто чем-то закрыл. Тогда мы... О, кстати, на самом деле-то... А что если это у нас какие-то стрёмные деревья такие? Ну да, цвет, композиция, дизайн, опять-таки, потому что очень часто приходится это все фигачить на живую. Это нифига не прикольно. Слушайте, вот так намного прикольней. То есть мы берем и превращаем это в какие-то такие стрёмные... деревья,
Вот это мне уже нравится. И мы можем тогда какое-нибудь деревце еще зафигачить вот сюда вдалеке. Вот это деревце копируем, передвигаем вот сюда. Уменьшаем в размере, ставим куда-нибудь вот сюда. И сейчас еще его как-нибудь изменим. Так. Я думал об арке. Я решил, не хочу делать арку. Но вообще арка это была первая, одна из мыслей. Короче, как я сказал, одна из главных причин, для чего мне все это нужно, потому что я хочу делать обрисовки по чужим работам, например, тем же студентам, которые у меня на менторстве. И я прям чувствую, что это очень часто нужно, потому что люди плохо понимают слова, к сожалению, или к счастью. Главное не скатываться в откровенную неаккуратность. Это очень важный момент. Так. Давайте надо обрисовать эту штуку. Она не должна быть такой простой. Ну, она не должна быть такой же. Она сейчас такая же, как у нас была. Какая-то елка такая. Елка какая-то получилась. Ну вот, сейчас, может быть, еще какие-нибудь палки сюда поставим, чтобы оградить и показать чего-нибудь. Да, кстати, какие палки. И потом мы можем дать источник света и пытаться с ним поработать. И понять, что нам это все даст. Вот. Короче, две главные причины – не тратить время и на дизайн, а дизайнить его таким образом. И обрисовки чужих работ, и своих в том числе. Из того, что когда 3D у тебя уже есть, чтобы понимать, что с этим можно делать. Так, у нас есть дорога. Мы сейчас на этой дороге сделаем какие-нибудь такие элементы. Там оно. Так, единственная проблема у этих замечательных элементов, что они у меня в разных слоях. А эту штуку надо уже офигачить. Вот тут. Вот эта вещь должна быть ярче. И убеждаемся, что опять я прокололся в перспективе. Там перспективные искажения, блин, должны быть уже какими-то вот такими. Нет, не буду делать копии. Пусть будут просто вот эти палки. Вот этот шум, который вот здесь у нас валяется, он вообще нафиг не нужен. Он очень плохо работает. И, наверное, я его уберу. Надо будет сейчас придумать, что с ним сделать, как его заменить. А в профессиональный день ты планируешь это применять? Да, конечно. То есть обрисовка-то делается своей-то работы, понятное дело, я фикшу. Мне еще и чужие. А чужим людям еще надо как-то объяснить, что человек сделал неправильно. И, собственно, арт-директора именно часто, например, именно фотобаши используют. И я могу сказать, что любой лид, он прям чувствует, что фотобаш, он
Он нужен, к сожалению. Это прям очень сильно чувствуется. И вот здесь дорогу мы с вами сейчас сделаем так. Вот нам сейчас главное показать, что она типа сужается в тот элемент. И нам сейчас надо будет... Ну, типа как-то так. Все еще проблема полной пустоты. А вот эта дорога должна как-то вот отсюда идти туда. Должна настолько жестко сужаться из-за перспективы. Так, и наверное, я хочу небо сделать темным. Надо тогда весь город вводить в темноту. Но мы, наверное, с этим справимся. Тогда я смогу сейчас больше светяшек всяких дать на город. Угу. Давайте попробуем чем-нибудь таким залить. Ой, нет. Нет. Темнее, намного темнее нужно. Может быть, не 8, может 63. Да, пока попробуем так. Главная проблема, что у нас есть... Нет, вот это нам не нужно. Что у нас есть еще бэк. Бэк тоже надо уводить. Он должен быть еле виден. И небо мы... Так, наверное, я что сейчас сделаю? Я сейчас, наверное, мягкой кисточкой сделаю как-то вот так вот в мультиплее. Да, наверное, как-то так мы это сделаем. Ну, можно, кстати, прям вот так. Наверное, просто не так жестко. Что мы делаем? Мы это уводим все в темень. Тем самым приглушаем всю эту историю. И теперь я могу на всю эту историю тебе дать каких-то светяшек. Давайте пробовать дать светяшек на все это теперь. Угу. Берем шейпы опять. И сейчас попробуем какой-нибудь. Что нам подойдет в качестве базы светяшек? Что-нибудь такое. Линер. И казалось бы, выглядит это как ужас. Ну, наверное, видимо, все-таки их продолжит ужас. Нет, пока не сработало. Может, просто вручную понатыкать этих светяшек. А давайте попробуем. Может, реально. Если я возьму какую-нибудь кисточку, типа...
Нет. Это не то, что... Это не то, что вы ищете. Ну, короче, наверное, не будем убивать контраст. Ставлю вот так. Ну, короче, вот такой простенький скетчик, оставляющий делать лучшего, но я бы, наверное, на самом деле поправил. Меня смущает принципиально только вот это место. Его можно попытаться кистями, может. Мне кажется, надо просто потемнее тут взять. Может, еще темнее. Шейпами сейчас типа красоты навести. Ну, низ потом просто почищу. Вот шейпы дают вот эту, ну, я уже говорил, аккуратность. Ну, кстати, мне кажется, так лучше. Оно куда-то там уходит. И осталось только немножко почистить. И блик какой-то надо дать. Несмотря на то, что у нас рассеянное освещение, я говорю, я никакого конкретного освещения тут не даю. Цветотень какая-то должна быть. Должна быть. С супер низким контрастом. То есть, например, там. Ну да, типа такого. Я не знаю. Может быть, видимо, еще подприглушить это дело. И мягкая кисть. Нет ничего лучше мягкой кисти. А, так я не там рисую. Ну, типа так. О чем концепт? Ну, блин, хрен знает. Но... Ну нет, то есть изначально идея вот есть вот этого города, но осталось еще много пустых пятен, но вот, собственно, это и показывает, типа, ошибки с композицией и так далее. То есть сложность, она же не в том, чтобы просто пятен понатыкать, а чтобы они еще какую-то композицию, историю рассказывали, а тут ее нет. Но в качестве... Ну, то есть это скетч, да, это тренировка, и вот главное потом сделать всегда... Вот так, вот так. И все. Косяков тут тьма. Но идея понятна. Да, вот, вот примерно как проходит сейчас курс. Проходит он примерно вот так. На самом деле жалко не получилось в тоновой ключ увести в темный. То есть вроде бы все было, но с городом я пока не справляюсь. Так что вот, ну, как скетчик я это сохраню. Это, наверное, назову это lesson 0. Скетч 0.1. А мне еще предстоит куча фотобаша. Вот сейчас пойду сидеть делать еще фотобаш. Вот это, кстати, все сделано абсолютно так же. Вот они, слои. Это тоже абсолютно так же на рандомленные штуки. Просто тут есть источник света, и поэтому тут все понятнее. Окей.
Спасибо, что приходили. Надеюсь, вы не слишком сильно заскучали. Сегодня мы немножко пострадали в дизайнеры, немножко пострадали в фотошопчике. Сделали нашу текстурку. Текстурка выглядит на самом деле в итоге неплохо. Я ругал, но под наш корабль она подошла в целом. Текстуру еще надо будет доделывать. Надо бы все-таки в нее зафигачить, видимо, все-таки болты. По диффузке на самом деле оно вписалось более-менее. И к следующему разу, я надеюсь, я доделаю пушки. Видите, тут висит дуло нашей будущей легендарной пушки. И будем дальше это дело прорабатывать. Следующий стрим у нас еще будет, потом перерыв. Не забывайте про кучу наших активностей в группе. Помните, что если вы заинтересованы, запустился мой курс, где я жду вас с удовольствием. Кроме этого, я этого не озвучил, но я сейчас обновляю список на менторство, поэтому если вы были заинтересованы, пожалуйста, напишите мне в Discord или ВКонтакт. Я обновляю актуальную информацию, я очень многим людям написал, но кого-то мог упустить. Поэтому, если вы заинтересованы, пишите. Это не значит, что вы попадете, но, по крайней мере, я буду понимать текущую загруженность и кому-то советую пойти на курс, с кем-то сможет начать работать и так далее. С вами был Лелуш. Я вам желаю хорошей рабочей недели. Спасибо, что приходите. Не скучайте. И всем вам пока-пока. Делайте крутой арт.